Записывала очередное видео, то есть готовила кое-что, рецепт записывала, и вдруг мой муж забегает и говорит, что собирайся, мы быстро идем на свадьбу. И я быстро за час собралась, вот посмотрите, как я выгляжу на турецкую свадьбу. Посмотрю, поснимаю вам или нет. Так, мои хорошие, бегу, бегу, быстро собралась, идем на свадьбу турецкую, посмотрим, если будет там возможность и хорошая такая свадьба мне понравится, то я обязательно вам сниму. Ну вот я так вот принарядилась, одела свои колье, намокрасила, жара такая, все прилипает, но по-другому никак. Вот, мои хорошие, побежала я. Друзья мои, ну вот мы пришли на свадьбу. Свадьба в полном разгаре. Мы пришли, на столе ничего нет. Вот я вам могу показать. Не знаю, на нас посмотрят или нет. Вот такая вот свадьба. Ну, посмотрим, что как будет. Вот сейчас вот ходят, столы и мусор выбирают. Стаканы, видно, все выпили, гости поели, что было у них. Сейчас не знаю, что... Ну, я пьёр на рунлары, ашки морда, топланды. Атка, деньги. Бенде истёром бакмак. Алмазный. Я говорю, я тоже хочу посмотреть, как деньги так собирают. Ну-ка я вам это покажу сейчас поближе. Мой муж злится, но я хочу показать. Вот так все стоят в очереди, подходят к невесте жениху и дарят им подарки. Если вы увидите, друзья мои, ближе, стыдно, подойти. Так, вот так, мои хорошие, мой муж ушел, я вот здесь вот хочу показать вам, как происходит, вот деньги собирают. По-моему, меня никто не видит отсюда. Вот вы видите там, если я... Сейчас я постараюсь посмотреть, вот там невеста. Хочу показать вам. Не видно. Пока моего мужа нету. Короче, не видно, не могу близко подойти, но вот там стоят. Жених с невестой, и им вешают денежки. Если получится сейчас мне подойти поближе, знаю, как это будет видно. Иду, друзья мои, просто хочу вам зафиксировать этот весь процесс. Так, вот я и близко, смотрите, невеста. Вот так им вешают деньги. Вы видите? Все целуют сначала. Видите, видите? Так, ну что, мои хорошие, вот такой зал. Место.
Ну что, я сделала это дело, пошла сяду. Друзья мои, когда я возвращалась, мой муж там стоял такой злой. Говорит, все на тебя смотрят, а что делать? Я говорю, я ничего плохого не сделала. Я только сняла. Он говорит, сколько ты свадеб сняла? Я говорю, да, сняла свадеб, много. Но сам процесс, как деньги собирать, я же не снимала, правильно? Так что он немножко растаял, а то был такой злой. Вот в этом салоне проходила свадьба. Мы покинули ее, потому что уже заканчивалось. Мы пришли поздно. Час посидели. Вот и ушли. Вот здесь вот напротив самое высокое здание Мерсина. 52 этажа. Я уже показывала его вам. Это одна из достопримечательностей Мерсина. Находится в самом центре. Здесь старый это район. Ну что, мы пошли домой. А вы ждите моего видео. Мы едем в автобус. Такой автобус, так хорошо. Комфортный автобус у нас. Посмотрите, вот так вот. Так красиво, освещенный, холодно. Ну что, друзья мои. Вот так мы погуляли на свадьбе, едем домой. Пока-пока. Не забудьте подписаться на мой канал. Поставьте пальчики вверх. Напишите комментарии. С вами была Светлана Анта и НВР Анта. Друзья мои хорошие, в этом видео я вам хотела показать, как собирают деньги турецкой невесте и турецкому жениху. То есть они надевают ленточки.
Рядом стоит человек с булавками, и каждому гостю дают булавки, и они прикрепляют ее, эти деньги, на лентах. Затем жених и невеста всех благодарят, целуют, и вот так происходит этот процесс сбора. И все это фиксируется на камеру. После конца свадьбы жених с невестой все смотрят. Надеюсь, информация была очень полезной.